Здравствуйте, это новости Дагестана, я Фатима Буталибова, и вот некоторые темы этого выпуска. Отвечать будете за каждую копейку. Сергей Меликов подверг резкой критике темпы капитального ремонта в школах республики. Сергей Владимирович, на самом деле есть опасения вот по этим 146 школам, по которым я сказал. У нас все равно риск есть. А когда мы говорим, что у нас 146 школ, на самом деле под вопросом, а что у нас в Цумадинском районе не могли предположить, что там будут погодные условия? А зачем тогда вообще заявлялись с таким количеством школ в районе? Сказать зачем? Потому что большее количество школ предполагает выделение большего количества денежных средств. Но я вам сказал, вы каждый за копейку ответите. Конец мучениям Буйнакска. Строительство крупного водовода Очеркея должно, наконец, решить многолетнюю проблему местных жителей. Напрямую и без наценок. В минувшие выходные в столице республики прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. Подробности расскажем в выпуске. Июля в Дагестан прибыл верховный муфти России шейх-уль-Ислам Талгат Хазрат Тажуддин. В Махачкалинском аэропорту гостя встретил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. В рамках поездки Талгат Тажуддин посетит духовный центр имени пророка Иса Мирима и муфтият Дагестана, а также для него проведут экскурсию по наиболее живописным уголкам республики. К другим темам. Количество рабочих увеличили, но решит ли это проблему? На совещании под руководством Сергея Меликова министр образования республики выразил опасения по поводу срыва сроков по капитальному ремонту школ. Так, риски не успеть, исходя из доклада Яхи Бучаева, имеют около 150 объектов. Сергей Владимирович, на самом деле есть опасения вот по этим 146 школам, по которым я сказал, действительно, там мы находимся, ну, нельзя сказать сейчас, что прогнозируем срыв, но риск есть большой. У нас риск есть даже тогда, когда они говорят, что мы этот объект обязательно сдадим. У нас все равно риск есть. А когда мы говорим, что у нас 146 школ, на самом деле, под вопросом, а что у нас в Цумадинском районе, не могли предположить, что там будут погодные условия? А зачем тогда вообще заявлялись с таким количеством школ в районе? Сказать зачем? Потому что большее количество школ предполагает выделение большего количества денежных средств. Но я вам сказал, вы каждый за копейку ответите. Каждый из вас за копейку денег неосвоенных ответите. И не только там перед, я не знаю, контрольными органами, но и перед депутатами народного собрания. Причем я не пугаю никого. Но я об этом предупреждал еще в ноябре прошлого года. По итогам совещания Сергей Меликов поручил увеличить темпы работ, а также подготовить более подробный доклад, где будут отмечены передовые и отстающие муниципалитеты. Несколько образовательных учреждений, которые отстают по темпам строительных работ, Сергей Меликов посетил лично. Речь о школе на 120 ученических мест в селении Ахты. Строительство данного объекта началось в июне прошлого года и должно было быть завершено в ноябре. Однако сроки были перенесены на июль года текущего, и тем не менее школа еще не достроена. Глава Дагестана сделал замечание по качеству работы и потребовал исправить все недочеты и сдать объект в намеченные сроки. Здесь же, в райцентре Ахтынского района, глава региона ознакомился и с капремонтом школы номер 1. Она была построена в 1990 году и давно нуждалась в ремонте. Общая стоимость проекта – более 24 миллионов рублей. По контракту работы должны быть завершены 20 августа. Однако сегодня уровень готовности объекта всего лишь 38%. Сергей Меликов потребовал от подрядчика соблюдения графика, а также пообщался со строителями. С тобой рассчитывались? Вот, здесь хоть раз рассчитывались? Я не видел. А? После окончания. Ну, ты вот аванс платили? Да. Сколько аванс? Я не знаю, я не считаю. Я в конце получаю. Я специально тебя найду в конце. Хорошо.
Ты приедешь с ведомостью, покажешь, за сколько ты расписался. Все, это же хорошо. В Дагестане началось строительство водовода Черкей-Буйнакск. Это один из самых крупных проектов, которые реализуются в республике. Его значимость сложно переоценить для жителей города. Новая труба сможет обеспечить жителей качественной питьевой водой. Подробнее о большой стройке в сюжете Карима Даниева. Частые перебои, аварии и загрязнения. Вода для жителей Буйнакска – это больная тема на протяжении многих лет. Водопровод там уже давно нуждался в модернизации, и вот это время пришло. На строительство водовода Черкей-Буйнакск было выделено почти 2 миллиарда рублей. Работы начались в начале июня. Накануне министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Артур Сулейманов посетил несколько точек по маршруту укладки трубопровода. Он осмотрел место водозабора на Черкейском водохранилище и колодцы. Чиновник отметил, что работы идут согласно графику, но есть вопросы, требующие изменений. Пока подрядная организация движется в графике, мы надеемся и дальше она не отклонится от него. Есть кое-какие вопросы, требующие корректировки в рамках уже прохождения проекта и разработки стадии R рабочей документации. Мы их также обсудили с заказчиком, застройщиком государственным нашим и с подрядной организацией. В общем, пока темпами работы довольны. Надеемся, что своевременно построим этот проект, потому что проект очень знаковый. Это один из крупнейших проектов, который реализуется в республике за последние годы. Это проект, которого очень ждут жители города Буйнакска, потому что Буйнакске, особенно в летний период, в поливочный период, очень большие проблемы с водоснабжением. Пока основная сложность, вы видели, это момент подъема от Черкейского водохранилища серпантин дорожный и выход на плато, где находится у нас поселок Черкей. Там у нас два проекта: строительство трубы 500-ки и строительство трубы, которая для города Буйнакска, проводились фактически в одних границах одного участка. Сегодня мы понимаем, что это два объекта, и их нужно как-то развести. При этом там достаточно узкая дорога, поэтому мы сегодня в основном технические моменты решали, ну, выработали решение, поэтому обе трубы будут, оба проекта будут реализованы. На сегодняшний день геодезисты уже выполнили разбивку трассы в соответствии с проектом. В ближайшее время после поставки труб подрядчикам будут проводиться работы по их прокладке. Труба здесь будет уложена чугунная диаметром в 0,5 метра и протяженностью 32 километра. Мы отсняли всю трассу на предмет соответствия факта и проекту. То есть сравниваем, где там соответствует, где не соответствует, то есть какие надо проектные решения принимать, отходить от проекта, не отходить от проекта. То есть мы сами уже в рабочей документации эти все нюансы уточняем, корректируем, если есть необходимость. Здесь проект очень материалоемкий, 80% от стоимости объекта, это значит составляющие это материалы, труба, фасонная часть, задвижки. Труба на сегодняшний день заказана, то есть договор у нас подписан. Также комплектующие, то есть запорная арматура, это все тоже на стадии подписания. Сегодня на площадке выполняются работы по устройству камер переключения. Существующий водопровод, он подключается к новому водопроводу, то есть будет обеспечена первая категория. Две взаиморезервированные линии водоснабжения будут предусмотрены проектом. Ситуацию с водоснабжением в Буйнакске власти называли критической. Все должно измениться уже к концу 2023 года, когда и должны быть завершены все работы. Карим Даниев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Буйнакский район. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. 8 человек погибли, еще 41 получили травмы, в том числе 7 детей на дорогах Дагестана за неделю. Таковы данные официальной статистики. Всего с 11 по 17 июля в регионе зарегистрировано 27 автоаварий.
Молодой дагестанец зарезал ножом 30-летнего гражданина Узбекистана в Санкт-Петербурге на Гражданском проспекте. Пострадавший самостоятельно пришел в больницу, где у него диагностировали множество открытых ран. Врачи приняли пострадавшего в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Два родных брата в Дагестане осуждены за незаконный сбыт огнестрельного оружия. По данным ФСБ Дагестана, родственники через социальные сети организовали продажу автомата Калашникова путем тайниковой закладки. В ходе проведения оперативных мероприятий братья по оружию были задержаны. В эти дни в Дагестане держатся аномально высокие показатели температуры. Днем в Махачкале термометры в тени показывали плюс 37 градусов по Цельсию. Сохраняется высокий риск пожарной опасности, выхода из строя объектов энергообеспечения. Как сообщает Минэнерго Дагестана, в республике без электроснабжения остаются около 70 тысяч человек. В основном пострадали жители Махачкалы, Каспийска, а также Левашинского и Дербинского районов. Напрямую от производителей и без наценок. Ассортимент на любой вкус и, главное, все натуральное. В Махачкале на улице Пушкина прошла очередная сельхозярмарка, которую посетили более 1000 горожан и гостей столицы. Овощи и фрукты, мясные и молочные продукты в центр города привозят фермеры с разных районов Дагестана. Особой популярностью у посетителей пользовались абрикосы, яблоки, баранина, сыр и урбеч. Я как представитель правительства благодарен всем труженикам и садоводам, в основном в горной части нашей республики, которые выращили отменный урожай. Мы в этом году планируем собрать 35 тысяч тонн абрикос, из них уже порядка 18-20 тысяч тонн отгружаются крупные города Российской Федерации, это и Санкт-Петербург, это и Москва, это и Казань. Программа мероприятий не ограничилась только продажей продуктов. Так, в рамках фестиваля были организованы выступления народных коллективов, выставка народно-художественных промыслов, чемпионаты по шашкам и шахматам. Также можно было изведать блюда национальной кухни, посетить мастер-классы и участвовать в различных розыгрышах и конкурсах. Отметим, что это 25-я по счету республиканская сельхозярмарка, проведенная в этом году. И в продолжении темы. В республике в самом разгаре уборочная кампания озимых. Урожай надо успеть собрать за 2 недели. О том, как с этим обстоят дела в ряде хозяйств, расскажут наши корреспонденты. Эта земля в селе Атланаул не возделывалась около 20 лет. И вот уже 3 года, как ее ввели в оборот. Результаты впечатляют. Урожайность за короткий период выросла в 2 раза. От 20 центнеров с гектара до 43. Теперь на поле кипит работа. От рассвета до заката трудятся комбайнеры. Старания аграриев положительно оценили и представители власти. Земля используется под полупоры. Используется... научные методы, агротехнические мероприятия сопровождает на хорошем уровне. Здесь опытный специалист, начальник управления сельского хозяйства. Его инициатива поддерживается нашими аграриями Буйнакского района. В результате мы видим хорошее предприятие, аграрное предприятие, маленькое, но качественное, работающее. Высокая урожайность на озимые в этом году и на полях села Нижнее Казанище – 57 центнеров с гектара. Результат эксперты называют впечатляющим, тем более учитывая, что аграрии работают на предгорных землях. Удачная осень прошлого года, когда выпало в августе, сентябре, октябре около 100, около 200 миллиметров осадков – это полугодовая норма. И плюс март, май этого года выпало около 150 миллиметров. Благоприятно оказалось на результатах этой уборки. Около 40 центнеров – это небывалый урожай в истории Буйнакского района. Это благодаря той технологии, которую мы копировали со Ставрополя, с учетом наших условий, соблюдения всех научных требований для технологии производства озимой пшеницы. В Буйнакском районе около 3000 гектаров используется для зерновых культур. Сейчас убрано около 30% урожая. Аграрии говорят, главное успеть собрать в срок. Если с уборкой затянуть, зерно потеряет свое качество. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Буйнакский район. И у нас на этом все. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.